Во Владивостоке прошло собрание Президиума Дальневосточного отделения Российской академии наук. В своем выступлении первый вице-губернатор, председатель правительства Приморского края, поздравил участников с 300-летием Российской академии наук. Сейчас уже сформирован новый перечень поручений. И отдельные тенденции этого поручения требуют участия, конечно же, научного сообщества. Я думаю, что вы с ними со всеми познакомились. И первое – это увеличение доли отечественных высокотехнологичных товаров и услуг, которые должны быть созданы на основе собственной линии разработок. И в общем объеме потребления внутри страны, вот такая задача поставлена, нужно увеличить в 1,5 раза по сравнению с 2023 годом. Второе – это рост к 2030 году внутренних затрат на исследования и разработки не менее чем на 2% валового внутреннего продукта. Далее, задача, которую президент поставил, это создание к 30-му году не менее 50 передовых инженерных школ в образовательных организациях высшего образования в партнерстве с высокотехнологичными компаниями и научными организациями, которые ориентированы на подготовку инженерных кадров высшей квалификации, на разработку новых наукоемких технологий и продукции и их внедрение, конечно же, в промышленности. В торжественной обстановке Вера Щербина вручила федеральные награды приморским ученым. Также во время заседания состоялись выборы заместителя председателя и профессоров ДВУРАН. Юлия Ракоцкая, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.